Алло. Алло, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? А вот кто? Меня зовут Станислав, я финансовый менеджер компании «Газпроинвест». Ага. А мы с вами пили на брудершафте, у меня как дела, спрашивают. Я поинтересовался просто, как у вас дела. Можем выпить на брудершафте, если хотите. Не, я с мужчинами не пью на брудершафте. Так а почему вы это спрашиваете? Так а вы сразу в нос нахрапом. Как ваши дела? Еще не родила, но по расчету моему должна. Я из уважения. Ага, из уважения так не разговариваю. У вас какое-то странное, вообще, ну, фразы какие-то странные у вас исходят из ваших уст. Угу. Изрыгаются. Еще не родила, а вы нормальной ориентации вообще? Изрыгаются из моих уст. Василий? Да. Вы нормальной ориентации? Если я с мужиками не пью на брудершафт, какой я ориентации? А ваше предложение меня наводит на определенную мысль. Вы еще не родили, говорите? Меня что-то пугает, ваши родят фразы. Так вы спрашиваете, как ваши дела? Еще не родила. А что я должен, я рожать, что ли? Я говорю, еще не родила. Сучка у меня родить должна была. А вы тут на меня что-то начинаете. Я рожал там. О чем вы говорите вообще? Что-то у меня подозрение о вашей ориентации. Так я же просто спросил, как у вас дела. В чем проблема? Большая проблема. Мы почему не пили с вами на брудершафт. Нормально. Мы с вами на брудершафт еще не пили, а вы мне говорите, что как ваши дела. Неизвестный номер звонит мне, московский какой-то. Сразу же, как ваши дела? Какой у меня может быть ответ? Нормально. Да не может быть нормального. Не может быть нормального ответа. Так а почему? Что я такого спросил? Неизвестное тело. Мне что-то закрадывается впечатление о Газпром инвестинге, о какой-то конторе неадекватов. С чего это вы взяли? Может это... Да как с чего это взяли? Я вам уже полчаса. Я вам полчаса уже об этом рассказываю, вы мне говорите, с чего это вы взяли. Потолка. Мы с вами разговариваем. Что вы звоните вообще? Что вы вообще звоните? Что вы хотите там? Вы видите свои цифры, которые пишут у вас на телефоне? Там пишет 3 минуты, это не полчаса. А-а-а. Еще нужно 27 минут поговорить, чтобы было полчаса, понимаете? Хорошо, давайте. Полчаса давай. Это когда 30 минут будет. Да. Василий. Хорошо. Вы себя нормально чувствуете? Что с вами не так? Я вас спросил просто, как дела? Вы почему так негативно относитесь к этому? Потому что мы с вами не пили на брудершафт, я не знаю, кто вы такой вообще, как мои дела тут рассказывают всем подряд. А вы на брудершафт для того, чтобы спросить, как дела или что? Конечно. Мы с вами не так близко знакомы, чтобы я вам рассказывал, как мои дела. Я вам сказал, еще не родила сучка у меня. 8 щенят должна родить, по расчету моему. Это что, серьезно? Да. А что за порода? Или вы тоже не скажете, потому что мы с вами не знакомы? Волкособы. Волкособы. Это вы разводите их или что? Да. Как я вы догадались? Хорошо, Василий, смотрите. По вашим рассказам. Хорошо, Василий, смотрите. Я так понимаю, что... Нет. Вас там пикает, я не слышу половины ваших слов. Сейчас что-то пик было? Пик? Это у вас IP-телефония там считает минуты, да? Телефония IP-минуты считает. До 30? Конечно. До 30 минут? До часа. Ага, до часа это еще лучше. Да. А что вы говорили там? Василий, у вас желание есть работать? Конечно. Но почему до сих пор тогда не активировали свой торговый счет? Ну, потому что я не услышал, а то вы «Газпром Инвест», вы сами от Миллера работаете? Это ваша компания? Вы из «Газпром», из «Газпрома» звоните? Вы из «Газпрома» звоните? Я звоню из «Газпром Инвеста», это проект, конечно. Да, из самого «Газпром Инвеста», да? Ну да. Хорошо. Дальше что, как мы, что будем... Вы уже общались с моими коллегами, правильно? Да, не раз.
Отлично. А почему, если уже общались не раз, до сих пор не активировали свой торговый счет? А где ваша контора расположена? В Москве, Москва-Сити, Пресненская набережная 12. Класс, а в какой башне? В какой башне? 14 этаж. Какой башне? Пресненская набережная 12. Какой башне?